Всем привет! Покажу вам сейчас набор Лего Звездные войны для детей от 8 лет. Код 75311. Называется имперский бронированный корвет типа мародер. Здесь 478 деталей. Он у нас лежит уже давно, уже дней 10. Никак не можем снять на него обзор. В общем, сейчас попытаемся, покажем хотя бы, что там внутри, какие фигурки и все такое. Не хочется сейчас говорить о войнах, даже звездных. Ну, вот так показываю. Коробка. Вот один к одному фигурка Гриффа Карга. Всего в этом наборе 4 мини-фигурки. Вот, как вы видите. Фигурка, которую я только что показала, это темнокожий персонаж по Звездным войнам. Это по второму сезону у нас. Он с бластером. Что, принтованная фигурка, как вы видите, тут у него плащ такой красивый. Выражение лица у него одно. Вот он сидит здесь сверху. Уже с бластером. Что по штурмовикам? Два штурмовика. Вот они внешне как бы одинаковые. Но если снять с них шлемы, там будут разные лица. Потом покажу там внутри на детальках уже. Один из них мужчина, один женщина, один темнокожий. Так, ну и вот есть минометчик. Минометчик отличается желтыми вкраплениями на костюме, на шлеме. И у него есть желтый наплечник. И также сзади у него вот есть ранец. И присутствует миномет. Вот он на вооружении. Можете посмотреть, вот отличается от этих желтизной. А так, в принципе, фигурки идентичны. Ну и выражение лица у него другое. Сам вот этот боевой корабль, что о нем сказать? Он по размерам не очень большой, но по функционалу он хорош. Вот видите, впереди открывается здесь. Можно посадить. Так, где вот у нас есть детализация. Сидит пилот. Здесь есть даже пульт управления. Тут старшутеры стреляющие. Так, что тут с боков? С боков у нас вот эти вот части открываются. Верхняя и нижняя с обеих сторон. И тут сквозной проход. Там тоже можно разместить штурмовиков или других персонажей. Тут очень много места внутри. Можно еще с других наборов добавить фигурки. Потому что места больше, чем фигурок получается. Дальше вот сзади. Вот она. Это установка. Такая тоже пушечка. Она вращается, но не полностью на 360 градусов, а немного вот по сторонам, потому что там есть ограничители, которые держат ее. Тут есть кресло, тоже такого бежевого цвета. Вот можно посадить туда фигурку. И вот это, наверное, как двигатели голубенькие, я так думаю. С боков есть пушки. Они, ну, вот эти сами дула. Они туда-сюда двигаются, как бы их нельзя зафиксировать. И есть вот такие ящички с двух сторон. Тут открываются вот эти верхние крышки и два ящичка внутри можно расположить. Сверху вот тоже показано, открывается вот эта крышка, вот здесь она, и вот можно посадить туда две фигурки.
тоже там есть пины. Они надежно держатся. Крышка сама не закреплена. Она болтается. Если перевернуть, она будет болтаться. Вот внизу такие вот, где показать, вот, вот такие вот кругляшки на нижней части. То есть вот этот мародер может ездить. Ну, сейчас покажу внутренности. Вот пакетики. 1, 2, 3, 4. Да, 4. Сейчас покажу вам, что тут у нас. Вот, как вы видите, сейчас гриф карга. Выражение лица его вот такое. Ну, принтованная башка. Здесь вот это минометчик. Вот его костюм с желтеньким цветом. И вот две фигурки здесь. Вот это мужчина темнокожий и девушка. Вот у нее такое выражение лица. Это у нас белые костюмчики, обычные штурмовики. Ну вот, 4 таких пакета и инструкция на наборчике. Красивая, конечно, картинка должна получиться. Тут, как обычно, все очень подробно описано. В конце все фигурки. Много тут останется запчастей. Вот этих зеленушек, которыми стреляют. Вот они. Я сейчас собирать не буду все это. Но основное вам показала. Всем спасибо за внимание. Живите мирно. Всего доброго.